Это называется пистолет самозарядно специальный. Пистолет под бесшумный патрон СП-4. Пистолет специальный, как и следует из его названия, предназначен не для армии, а для служб специальных. Понятно, что бесшумность оружия в некоторых, так сказать, деликатных обстоятельствах полностью решает исход дела. Обычно для этих целей используют глушители. Но наши конструкторы пошли по другому пути. Придумали специальные бесшумные патроны. Значит, здесь задача была создать бесшумный образец.